Утро. Я проснулась, уже встала. Волшебным образом блок выгрузился ночью. Я очень этому рада. Сейчас прям выложу его, обложку сделаю. Сейчас 8 утра, я уже собрана. Ну, осталось поесть, причесаться, одеться. Но я не знаю, что надеть. Сегодня 20 с лишним градусов. В куртке мне будет жарко. Однозначно. У меня ничего вроде как нету больше, чтобы надеть. Я хочу надеть сапоги. Еще мы сегодня идем сдавать анализы с Ангелиной насчет бассейна, я вам говорила. А в прошлом влоге, который сейчас буду выкладывать. Вот, такие дела. Анализы. У меня нет баночки для анализов. Вот. Ну ладно, упустим этот момент, как я буду относить, сдавать эти анализы. Все, пойду выгружу влог, как сяду завтракать, подумаю, что надеть, покажу вам, Хомчик сейчас кормлю. Мой малыш кушает, тут вообще разгромила все на утро, да? Вчера вообще не могла этот набегаться, я, знаете, я клетку ее открываю, пытаюсь, что я там пыталась сделать, не помню уже, в общем, и она просто несется ко мне на руки, по мне несется вся. Вообще, я так очень рада, что она у меня ручная, потому что у меня были хомяки, которые вообще не шли на руки и так далее. Все, чтобы не опоздать, нужно быстренько все делать. Я пошла делать. Ребята, я уже села завтракать. На завтрак у меня лапша в дом, которая подгорела. Всем приятного аппетита. Ребята, я сейчас 20 минут мерила, что мне надеть. Перемеряла просто всю одежду, которую могла. В итоге остановилась на пиджаке. Дай бог, я не замерзну. Не нашла джинсовку, я не знаю, я не могла ее оставить стереть в тамаке. Все, я выхожу. Мы уже сидим в зале лекционном, в кабинете лекционном. Вон там все сидят. А я дописываю лекцию, на которой я не была, потому что я была в больнице. У нас закончилась пара, мы идем в буфет. Это Ангелина так захотела, а я всегда не хочу. Мы надеемся, что там есть лодочка наша любимая, и мы ее поедим. Нет, она потом опять пошла. Мы купили лодочки. Смотрите, сколько у Ангелины начинки. И у меня! Мы уже идем домой. Ну, на остановку. Ты в пакеты потом не забудь доесть. Там много начинки. Ребят, я дома. Ура! Ой, устала немножко. Сегодня буду разбирать свои вещи. Убирать свои вещи, если быть точнее. Ой. Мыть, стирать и зашивать. Ребятки, время. Я спала полтора часа. Ну, я давно уже проснулась, так уж просто, знаете, чего бы не поспать. Сейчас буду зашивать свои вещи, я вам об этом говорила, варю сейчас борщ. Параллельно сижу с Хомочкой. Она не выходит, она у нас спит. Сейчас как стукнет 8 часов, 9 часов вечера, она начнет бегать. Вот, варю борщ. Ну, не варю, я пока бульон поставила. Как-то так. Хочу, знаете, померить всю свою одежду, но, естественно, этого делать не буду, мне как-то очень лень, и составить наряды. Вот, но я этим займусь не сегодня явно, мне сегодня надо сделать домашку, которую я до сих пор не сделала, все. Как начну что-нибудь делать, покажу вам. Ребят, зашиваю свои старые кроссовки. Все, я покупаю новые кроссовки, это уже невозможно так ходить. Посмотрите на эти заломы, трещины. Язык оторвался, язычок, я его зашила. Чтобы еще хоть немного походить, все. Срочно одной кроссовки брать. Убитые. Но любимые. Удобные. Как-то так. Все. Почти дошила. Следующий начну. Но там язычок не поран. Просто проверим, может, что еще надо зашить. Кто не знает, вот тут у меня, в общем, дырочка. Я не буду вам показывать, мне очень стыдно. Кто не знает, как от этого избавиться, как это может
решить можно? Я даже не знаю. Пойду искать в интернете, что все этим делать. Я уже на кухне. Сейчас будем вместе с вами готовить. Знаете, я хотела заготовку кинуть. Борщ в банке там на зиму. Но пока есть свежая свекла, надо ее использовать, я считаю. Кроссовки. Погода, знаете, сногсшибательная, но ветерок такой хороший. Дует ветерок. Сказка. Знаете, вот реально вдохновение появилось. Сейчас еще в холодильнике буду убираться. Пока такая хорошая погода. Я не знаю, как холодильник с погодой, конечно, связан. Но я буду убираться в холодильнике. И снимать охоту вообще. Жизнь сказка. Блин, наверное, уже даже доварился, пока я этот бегаю туда-сюда. Сначала мне нужно помыть сковородку. А нет, я на другой буду готовить. Это какая-то старенькая. И будем готовить. Итак, начинаем натирать морковь. Час назад должна была это с вами делать, но я заболталась по телефону с Дианой. Всегда так у нас у всех. С кем мне начну болтать, так все. Пиши пропало, все, натираем морковку. Ребята, я очень устала тереть свеклу. Как она называется? Терка тупая, такая уже стертая. Это у меня просто минус рука. Очень болит. Ну да ладно. Так, я уже поджариваю морковку. Кстати, смотрите, потом закину свеклу, это снимать не буду. Потом чеснок добавлю, уксус, соль. Я вам уже 10 раз, мне кажется, это показывала. Эту насёрнула на мелкой терке, потому что на крупной вообще уже там не шло дело, у меня рука болела. Это на крупной, надеюсь, ничего страшного, потому что оно разное. Все, как закину и доварю борщик, покажу вам. Ребята, борщ готов. Посмотрите, какой он красный получился. Или у меня всегда такой получается, я не знаю. Всем приятного аппетита. Юля купила сметану, я только налила суп, она зашла. Все, всем приятного аппетита. Ребята, я поела. И это был самый вкусный борщ, который я только когда-либо готовила. Я в шоке. Просто супер. Нет слов. Вот. Сама. Еще я никогда не пробовала. Ты пробовала когда-нибудь суп с кусочками маги? Ну, вот эти кубики. Нет, я не хочу. А я хочу попробовать. В общем, напишите в комментариях, как вы такой суп готовите. Может, едите, или ели, или не готовили. Как вам он? Я очень хочу попробовать приготовить лапшу с таким кубиком. Или какой вообще суп готовить с таким кубиком, я не знаю. Напишите, в общем, в комментариях. Хочется приготовить. Вот. Ну все, Хомка уже проснулась. Сейчас начну с ней играть. Всем доброе утро. Уже давно проснулась, встала. Нет, не так давно, если честно. Сейчас буду кушать и уже уходить, иду я в одной кофте. Я не знаю, правильно это решение или нет. Сейчас проверим. Ну, так. Не жарко. Ну, не замерзла. Нормально. Вот, как-то так. Все, пошла завтракать, встретимся в университете. Мы уже в университете, у нас началась программа. Хочется домой. Как-то так. Закончилась одна пара, слава богу. Как хорошо. Мы будем есть сейчас круассан. Может, повар, я тебе дам? Нет! Да, Лена, у тебя маленький пакетик, тебе просто дойти. Ты понимаешь, он может продырявиться, я потеряю твой пауэрбанк, потом я тебе должна буду. Пауэрбанк в сумку можешь положить. Ага, но у меня и так битком вся. Главное, что свой... Ладно, я тебе не буду давать пауэрбанк. Все. Ладно.
Положи в шопер. И так неси в кофту. Ага, у меня голова, блин, свисает, шея, мне больно. А как ты по-другому шопер понесешь? В смысле как? Жопа косяк. Все, заканчивай свое. Да не снимай. Снимаешь. Тишка. Все, на физру собираемся. Ангелина полным ходом. Ой, ужас. Ужас. Не видно? Не видно. Очень видно, Ангелина. Ну или типа ты пополнела. Сейчас погоди. Пополнела. Все, давай есть. Я не вижу. Все, нас, ну, на камере нет. Сейчас физра начнется. Ну, так. Ангелина. Ну, немного пополнела. Мне очень лень все делать, на улице прохладно. На, поснимай. Сейчас. Правда? Да. Ну, ладно. Сейчас, посмотрим. Сейчас спадает длина. Давай. Физкульт, привет всем. Побежим сейчас. Смотрите, у нас физра в каком красивом месте. Лебедь. Уточки. Прикольно. Упс. Ну, закончилась физра. Мы домой. Ура! Ты рада? Все, встретимся дома. Ребятки, я дома. Я поспала немножко, потому что я всю ночь не спала, вот, не могла уснуть, лучше бы сейчас тоже не спала, плохо очень спала, не помню, блин, ничего плохого в моем сне было, но что-то это было. Я сейчас иду купаться, освежиться, после этого плохого сна, ужас, прям. Кроссовки мои, кстати, не высохли, а нет, не высохли, может, их надену. Сумку тоже постирала, прикиньте, кто-то мне испачкал сумку в лунке. Я это потому что сама не пачкала ручкой. Я в шоке. Так, не видно будет, потом, может, покажу. В общем, тут мне испачкал сумку. А, вон, видите? Я вчера еле пыталась это стирать. Они особо выходят. Надеюсь, это я случайно сделала, и нет таких людей, которые мне специально могли бы испачкать сумку. Да. Все, пошла купаться. Ребятки, я сейчас выхожу гулять. Посмотрите, как я оделась. В кожанке, в платье и в ботинках. Я очень себя некомфортно чувствую. Как вам? Пишите в комментариях. Мне не нравится кожанка. Мне нечего больше надеть. Мне надо что-то покупать. Вот. Я не знаю, как идиот я или нет. Если сейчас там хоть чуть-чуть тепло, я сниму кожанку, пойду тупо в платье. Все, я выхожу. Просто есть еще один выезд со стороны Гали. Другие стороны, типа. Мы уже в парке. Надо с ними, как я одета. Ну, слушай, для полного не хватает одной детальки. Лена пришла в джинсовке, если что. Кожанки. Ой, кожанки. Да. Черный тоже, она чисто. Черной сумочкой, в сапожках таких модных новых. А, ребят, вот, не показала. Ну, вы уже, я вам показала. Только что Микки показал. Что? Ну, обувь я так и не показала. А. Я уже все показала. Все, мы как... гулять пошли. Ребята, я уже дома. Хомка. Привет.
будем его кормить, выгуливать, сейчас будем домашку. Ой, как-то так. Погода прекрасная, но я опять хочу спать. Ребята, я поела борщ. Выгуливаю Хомочку и пойду спать. Завтра новый влог, завтра я еду к Ангелине копать картошку. Так что увидите, в общем, завтра все, что мы будем делать. Будет веселый, интересный день. Я не буду сидеть дома и спать. Слава богу, ура. Вот, сегодня тоже был прекрасный день. Все. Всем огромное спасибо за просмотр. Не знаю, насколько это уже получилось. Сейчас быстренько отредактирую и лягу спать. Так что все, всем спокойной ночи. И до завтра.